Держись подальше!
Что за дикое чудище? Эта тварь явно не из этих мест.
Эта лодка подходит только для мелководья. Thank you.
Словно дар само и оп у нее. Да, богиня была щедра, как и тебе. Всегда любила. Эти, видно, не из... драться умеешь. Я хоть и жрица... Нападать на жрицу Ди... Я Диона, обычная прислужница Афродиты. Это отребь... Культ? Расскажи... Не здесь. Пойдем. Мне нужно вернуться в город. Там безопасно. Здесь безопасно. Хорошо. Сейчас? И как с... Хватит болтовни. Как пожелаешь. Мы давно следим за культом. О, Мойры. И... Убить такое публичное лицо без участия верхушки культа. Мы имеем дело не с мелкими сошками. Сестра велела защитить Китеру от культа и узнать, кто стоит за ее бедой. Рисковать жизнью, пока она прячется? Увы, ее жизнь... О, Мойра, Мистий! А... Защитить Китер? Воистину, у культа есть планы на Грецию. Думаю, если я смогу... Что ж, давненько я не... Причащался богам? Не беспокойся. Деньги за услуги ты тоже получишь. Умеешь торговаться. Ну, что требуется сделать? Три простых задачи. Моему другу в порту нужна помощь. Навести его. Что еще? Сестра полагает, что в наших рядах есть предатель. И, наконец, мы, жрицы, предпочитаем отравленные клинки. Но разбойники ограбили наших травников. Если это не культ, то... Найди фиалы с ядом. По счастью, я как раз наткнулся на разбойников в руинах к югу. Это твое? О, Мойры, да. Спасибо, Мистий. Теперь можно... Расскажи подробнее о других твоих просьбах. Где мне найти... Спроси смотрителя порта в Тави... Этот храм где? На дозоре Афродиты. Сделаю, что... Спаси... Приоритет, Дион. Не верь Мойрам. Адресовано Верховной Жрице. Она должна узнать об этом.
смотритель порт. Я от Дионы. Дионы? Так. А ты кто? Я помогаю ей. Ложь! Признайся! Скажи, что он... А? Думай... Если честно... Что ж, хоть они держат на охраняемом складе на ю... Попробую, но... Ты... Ха! Идет. Этих сведений хватит. Справишься, прих... Вот он где. Это он. Нашел. Не хочу умирать здесь. Выпусти. Я уж думал, мне конец. Выпусти меня, пока стража не вернулась. Меня хотят казнить, но я ни при чем. Спасибо. Я освободил. Их было трое. Да, трех. А ты полезнее. Суби. Слушаю. У врагов Дионы войска на атолле Китра. Оттуда они собираются совершать атаки на Китеру. Уничтожь этих подлых крыс. Я сотру врагов с... Меня радует твой... Ха! Довольно болтовни. Капитан? Похоже, он... Вот. Бери деньги и уходи. Я больше... Подожди. Вы с Дионой сражались против культа. Расскажи мне все, что о них знаешь. Какой культ? Разве капитан? Да хоть сам олимпиец, мне плевать. Очевидно, что мы... А ты здесь не за тем же? Хочешь за... Я здесь ради свержения культа. Жрица меня совсем... Хватит рассказывать мне про этот культ. И что за дурацкая на... Как скажешь. Уйди, проваливай. Или что? Или я... Это явно не культисты. Скорее, богатые наемники. Жрица, открой дверь! И ты убьешь меня! От Дионы! Я твой друг! Зачем эта дурочка прислала Мистия? Она должна... Итак, среди твоих людей... Сейчас никак... Что тебе нужно откуда? Они разрушили мою семью. Ради семьи люди готовы пойти на... Культ должен ответить за много. Возможно, от тебя все-таки будет толк. Я поручила служанке проследить... Она пропала. Верно. Но меня волнует не...
Заметно, что ты не любишь сестру. Я старшая, и поэтому у меня больше прав, и она хочет ослабить мое влияние. Считает... Ясно. Но мы сестры. Жаль, что она завидует мне. Где лучше начать поиски? Она должна быть в ок... Начну оттуда. Она бы предпочла... Ты имеешь какое-то... Да, имею. Начальник порта сказал, что ты берешь под стражу невинных людей и казнишь их. Я не мог не вмешаться. Я не хотела казнить их. Пытать? Возможно, он бушует в храме, когда моя сестра отвергает его. Я закрою глаза на твой проступок. Да будь... Напомни, куда? К дому за пределами. Я нашел эту записку на теле убитой жрицы. Что? Она гласит: не верь Мойрам. Остального не видно под пятнами крови. Чушь какая. Она защищала ее. Была причина. Теперь мы не узнаем, но исключать такое дело хуже некуда. Можешь осмотреться.
Доброго дня! Я освободил наемников и Отлично! А ты все соблазнить? Сестра передает. Что удалось узнать об этом при... Есть доказательства предательства. Что? Что? Не может быть! Кто это? Скажи мне, я не знаю, кому доверять. Мы пока не знаем, но твоя сестра выяснит это. Ясно. Я тоже кое-что предприму. Возможно, стоит что-нибудь еще. Я все сделал. Встретимся у моей виллы. Мои лазутчики сообщат, если у нас останется время. Нет. Самое главное... Клянусь. Когда... Yeah!
Ты же знаешь, как умирать! Мы ждали тебя. Следуй за мной. Мне велено присмотреть за тобой до ее появления. Твои плечи, должно быть, устали. Я помогу тебе расслабиться к приходу Дионы. Может, останешься ненадолго? Спасение Китеры подождет. Что ж, а я не смогу. Она что, ушла? Да, и довольно давно. Диона говорила о докладе лазутчиков. Где они? Диона не вернется. Малака! Прекращай этот спектакль, жрица. Покончим с этим. Диона не нужен. Умри! Что это значит? Я просто делала, что велено. Диона сказала привести тебя в сад. Пощади меня! Почему они напали? Диона обвела тебя вокруг пальца. Капитан, которого ты убил, был человеком ее сестры. А ядом хотели отравить тебя, если ты начнешь мешаться.
Я покажу это из... Почему Диона так... Диона ненавидит сестру. И ради власти она примкнула к культ... Не думала, что она... Я убью преда... Она убьет верховную жрицу у алтаря. Алтарь? Славно. Ты доверяешь своему отражению? Я нет.